Дорогие друзья, я обращаюсь к вам как к представителям культуры, существующей в ее самой важной, яркой и смысловой форме, к поэтам, несущих в своем творчестве великие смыслы самоценности человеческой жизни, высокой человеческой породы, любви, дружбы, нравственности и гуманизма. Я поздравляю вас с очередным праздником поэзии, которая на протяжении всех веков соединяла времена и пространство человеческой цивилизации. Мы живем в очень трудное и непростое время. В мире есть бедность, войны, конфликты, вызовы, риски, победить которые можем только все вместе осознанно. Мы находимся сейчас, в данное время, в вынужденной цивилизации, вынужденной изоляции друг от друга. И в этих условиях карантина я хочу сказать, как важно, чтобы поэты всего мира осознавали эту проблему и были вместе, как никогда. Сделали все, чтобы все в мире и все обратили свое внимание на человека, чтобы наша цивилизация не потеряла никогда свое человеческое лицо. Великая сила поэзии должна внести свой целительный вклад в осознание путей нашего развития, формирование планетарного сознания людей, ибо наша история и наше будущее, они должны быть продолжением того смысла, который формировало и унаследовало человечество, смысла и сбережения человечества. В этом состоит наша ответственность сегодня. Пишите ваши книги, дарите свой талант людям. И будьте тем способом, который соединяет людей друг с другом, с природой и с Богом. Здоровья вам всем, согласия и успехов. Берите все как есть, создавайте свои шедевры и берегите себя и нашу поэзию.